В этом году в муниципалитете благоустроят 4 общественные территории. Так, один из проектов, который решили поддержать артемовцы и благоустроить в этом году – парк озера Лотосов на 17-м километре. На объекте уже провели снос и обрезку зеленых насаждений. Как сообщили в отделе охраны окружающей среды и природопользования, обследование деревьев и кустарников произвели 8 апреля. Зеленые насаждения, подлежащие вырубке, находились в неудовлетворенном состоянии. Имели оголенную корневую систему и трещины дупла. Разрешение было выдано на снос 9 аварийных деревьев и санитарную обработку 4. Бригады выполнят корчевку пней. После подготовительного этапа рабочие приступят к устройству сети дорожек, часть из которых будет выполнена из деревянного настила, а часть заасфальтируют. В парке установят дополнительные скамейки для отдыха. После проведенных всех благоустроенных работ запланированы работы по озеленению парка. Напомним, что артемовцы помимо благоустройства парка озера Лотосов поддержали еще 3 инициативы. Также к подготовительному этапу приступили в сквере в Заводском и к проекту благоустройства пешеходных дорожек, соединяющих территорию парка и променада вдоль речки Озерные Ключи. Еще один проект, который предстоит реализовать в рамках инициативного бюджетирования – организация на территории взрослого парка детской площадки с современным игровым оборудованием.